А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в... Отель Реноватор? Или как-то так, я забыл название игры. Так, у нас, как обычно, новое событие, но мы еще и прошлое не успевали выполнить, но у нас постоянно что-то новое появляется. Привет, мы устраиваем девичник нашей подруги Эбигейл. Кто-то ходит. Так что хотим остановиться у вас на пару дней. Нашей невесте надо организовать особенный номер. Вот что нам нужно. Понятно. Так, у нас посетители появились. Я помню, что что-то мы тут могли еще улучшать как-то. А заселять есть куда? Ну-ка, бронирование. Это типа надо номер 101 убрать, да, наверное? Сходить. Погнали номер 101, наверное, чуть под это. Подчистим. Так, это первый этаж. Я не помню, куда убираться. Ну, кстати, вон, смотрите, номер 107 нужно сделать. Блин, у нас там Дракула до сих пор в мусорке спит. Ух ты, черт. Нормальный отель. А, так, 100... В ту сторону, что ли? 101. Ё-моё. Унитаз улетел куда-то. Чух. Норм, норм. По-моему, тут другой арендовал. Ну ладно. Так, ну получается здесь только вот он затоптал обувью. Стекла вроде чистенькие. Чисто пишет. Отлично, будет доволен. Так, еще номер какой там был у нас? Можно сразу почистить еще один на всякий случай. Так, номер 103. Эй, как выйти? Номер 103, где-то рядышком должно быть. Вот он. В смысле? Да тут же Дракула должен жить. Вот какой тип живет неизвестный. Это грязно? Походу да. А, надо прям полностью зажимать. Я думал, можно чуть-чуть. Слушайте, ну у него полы грязнее, чем у того. На, проверить. В планшете. Чисто здесь или нет? Чисто. Хорошо. Так, прогресс ремонта, это, наверное, всего отеля 18%. Так, ну... Номер 107, это, по-моему, где-то здесь же, рядышком должно быть. Слева. А что, 105-й делали? Нет. Явно нет. Так, а может нам это как-то... Блин, а как мы мусор убирали? Если честно, уже не помню. Так, уборка, мебель, пол, стены, потолок. Удалить. Нет, полы мне удалять не надо. Яйцо золотое. Ну, 4 куска баксов. Неплохо. Походу, времени пришло убирать здесь. Ладно. Так, номер 107. Супер. Так. Блин, ну продавать, походу, реально не можем. Я не помню, как. По крайней мере. Демонтаж, мусор всякий.
Продать. Угу. То есть на эту же кнопку мы и продаем. Ну и замечательно. Чайничек. Так, плитку нельзя. Это нельзя. Мусорная ведерко. Короче, номер один в один, как у Дракулы получается. По внешнему виду. Даже мусорный бак здесь стоит откуда-то. Матрасы обоссанные старые. Еще вот эти вот ватные, по-моему, матрасы, или как они там, вот эти как в поездах были или есть. Так, ну здесь типа все. Люстра не хочет. А может их и не трогать, они, ну, типа, люстры, ок. Живые, так сказать. Чё, банан надо сначала вытащить, да? Походу нет. Ну, ванна нет. Как-то тут темновато немножечко. Так, мусор 76 уже собрали. Зеркало разбитое. Ну, то есть вот эти лампы можно раздеребанить, выходит. Так, ну теперь ломик нужен. О, нет, у нас проблема. В одном из номеров лопнула труба. Скорее отправляйся туда. Я ж там только убрался. Верните вентиль. В подвале. Понял. Так, это 101. 101. Там сейчас Дракула обосранный сидит, наверное. На дискотеку. Нижний этаж. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Чё так темно? Вроде люстр миллион висит. Темнота капец какая. Вот это что ли? Уберитесь в номере. Окей, сейчас уберем. Поехали. Блин, обидно, да? Вот только-только. На самом деле непонятно, как она лопнула, если мы все новое поставили. 105, 101 сюда. Сантехник какой-то, что ли? А тут что натоптано? Только ж убирал здесь. В смысле? Дамочка как это пришла. Со странными глазами. А это норм, что как бы... Ну это... Где убирать-то еще? Я сейчас везде так поделаю, потому что, ну, я реально не знаю, где вот убирать еще. Я не вижу, я не помню, есть ли у нас кнопка, как в Хаус Флиппере, чтобы найти грязь. Поэтому я сейчас где-то там шваркну.
понемногу. Блин, подожди, а может тут просто где-то в унитазе говно лежит какое-нибудь? Типа или на полочке, какой-то хлам. Да не, вроде все ок. Понятно, можно не удерживать, можно просто клацать. А, поезжай, надо не клацать, а то она... О! Фух. Наконец-то. Блин, он, по-моему, до сих пор тут залагал, продолжает смахивать все еще. Хватит, чувак. Так, давай вниз. Надо воду же, наверное, обратно включить, так ведь? Или не надо? Я просто не знаю. Пойдем посмотрим. То нам об этом никто ничего не говорит, а потом скажет, воды нет в отеле. Понял. Воду перекрыли, и проблем теперь не будет. Нафига нам вода в отеле, если от нее одни проблемы? Согласны? Поэтому ее можно не пользоваться. По-моему, удобно. Так, номер 107 вроде бы как у нас тут. А двери у нас не ломаются, то я уже не помню. Блин, на эти шторы непонятно куда нажать, надо, чтобы они сломались. Газету забыл продать. Нафиг. Весь свет нафиг. Будем жить в темноте. О, это я не увидел. Так, ну, по уборке у нас тут типа сотка. Сейчас немножко приберусь. Но потом еще плитку раздеребаним, и еще придется убирать. То есть, короче, один раз нажал, он бесконечно дубасит. Ну и норм. Не устраивает. Так, теперь ломик. И поехали. Ой. Вся высота, не? Ну, отлично. Так, а где, напротив рожи нужно, да, или как там? Я уже не помню, если честно. Угу. Криво стукнул. Отлично. Так. Окна здесь прошлись. Вот тут еще окно нужно пройти.
Не дожал, судя по всему. Норм. Так. Окна, окна, окна. Так, идем по стенам. Блин, это тоже не дожал. Какая вот это, по-моему, правильная высота у нас. Да. Четко, идеально просто. Так. Дверь закроем. День прошел. Ух ты, кстати, а тут какой-то вообще другой вид из окна. Строечка какая-то. Замечательно. Так, потолки нужно пройти. Не хватает на всю площадь. Полы еще нужны будут. Или сейчас можно по полам пройтись. Ой. Убрал случайно. Замечательно. Так, теперь проверь фойе. Подождите. Дайте хоть в отеле тут раздеребаню все. Прошелся.
За счет плитки непонятно, куда бить нужно. Причем по статусу всю плитку уже разбил. Так, проверка. Здесь все, окошко четко все. Полы вроде бы да, стены. Потолки вроде бы да. Так, короче, будем клеить, если что, подуберем. Так, погнали снова в фойе. Посмотрим, что там творится. Каждый раз забываю, какой у нас этаж. Что-то все-таки было там. Даже не то, что было, еще есть. 2% взяли. 3% из невидимки взяли. Походу все. Лифт тоже засранный какой-то. Так, комната 107. Закрываем. И с чего мы начнем? Что нам нужно? А, покрытие нужно сделать, окей. Так, покрытие напольное. Деревянный пол. Да давайте ковры, как обычно. Какой-то простой. Синий пол будет. О, то я думаю, вроде ж была у нас функция эта, но чё-то нет. Сюда под дверь шарахну еще. От зараза. Так, вот еще нужно было сделать. Так, теперь. Плитка. Ух ты, белая, по-моему, смотрится отлично. Так, там ковер. Предлагаю сразу потолок, а то нам игра как бы, как обычно, скажет. Это белое, как обычно. Чё думать-то?
это не считается потолком. Так, тут потолок готов, здесь готов, тут готов. Тут тоже все готово, и здесь... Ёпт, это что было такое за артефакт? Блин, вот тут не готово еще. Отлично. Так, стены. Джонс, краски нету для стен? А-а-а. Окна позаделаем. Проход можно белым отделить, а можно не отделять. Давайте поотделяем. Ну, это будет выглядеть, скорее всего, странно, типа как арка, но тут арки никакой у нас нет. Просто когда у нас заходит какой-то другой цвет сюда, оно как-то выглядит странновато немножко. Так, и краска может на стены или обои туда? Обои с рисунками. Нет, это перебор. Обои с узорами. Блин, а выглядит-то прикольно. Блин, это крутяк. Давайте такие поставим. Меня прикалывает. А тут такие влеплю. Странненькие. Да, половина, конечно, как ковры на стенах. Каменная клетка. Почему бы и нет? Блин, думал, меня стена зажимает. Видели этот эффект? Так, ну сразу стало. Нифига себе, как ярко стало. Желтые, конечно, яркости прибавляют очень сильно. Да эти золотой полоска, тут темно. Так, теперь нужна нам керамика. Синенький сделаем. Там сверху проходит, да, все? Ну и замечательно. Готово. Так, все, на стены не ругается уже ни на что. А что нам нужно дальше? А дальше нам нужно воткнуть мебель, а именно кровать. Что-то кровати у нас много не появилось новых. Прям сюда и поставлю. Есть. Так, шкафчики. Я так полагаю, что это прикроватная тумба какая-нибудь. Даже дизайн, мне кажется, норм. Потому что у нас всегда они какие-то странные. Есть. Стол. Мне нравится то, что здесь, типа, все оно поочередно идет. Без каких-либо приколов странных. Стол есть. Стулья. Диванчик. Фига себе.
А как так получилось? Так, а что это было? Это было... Нет, это не керамика была. Это было обои с узорами. Офигеть. Пропустил стеночку. Что-то сломалось. Да пусть подождет. Задолбали. Бегаешь и бегаешь. Что-то ломают и ломают постоянно. Так, мебель продолжаем. Столик. Это точно столик? Кресло? Одно кресло. Своеобразные креселки здесь. Похожего на диван вроде как нет. Так, одно поставили. Шифонер. Блин, ну они как обычно, вот эти вот странные шифонеры тут. Странные и страшные. Пару полочек. Так, ванная теперь. Мебель. Идеально стало. Унитазик. Че он черный? Так, ну тогда туда ставить не буду, а тут заныкаю его. Раковина. Раковину поставим где-то здесь. А еще один нужен шкафчик. Не знаю, зачем он. Так, что у нас здесь? Полотенечко какое-нибудь повесим. Бумагу повесим. Мылка какое-то или не мылка. Полотенчик. Мусорное ведерко. Присрать надо куда-то. Супер. Так, теперь. Нужен свет. А нет, пока что аксессуары какие-то. Часики. Есть. Одна картина. Вторая. Цветочки. Готово. Так, этот цвет весь, который ставится на что-то. А нет, на пол тоже можно.
Так, вот эту фигню, по-моему, на ванной лучше повесить. Так, подожди, это не то. Вот, вот это вот освещение. Так. Что у нас тут интересного есть? По цвету подходит одно такое. И вот сюда какое-то надо присрать. Демон разрушения, идите в номер. Подожди, так, а... Завершите ремонт и держите space. Нормально, сойдет. Единственное, что темно. Забронировать. Так, надо убедиться, что он забронирован. Да. А это норм, что он какой-то гопник сейчас пришел? Восточный девичник? Фиг знает. Так, номер 103 какой-то движ. Ёб твою мать, это что там было такое? Что там пронеслось? Зверюка какая-то пронеслась, сломала нафиг. Понял. А, все? Блин, так девичник не закончен. Так, мебель. Праздничные шарики. Один. В пустых местах как раз можно пораставлять. Тут стриптизер тут лазит. Блин, еще шарик нужен какой-то. На пол не хочу раскидывать это все. Так, есть. Мини-холодильник. Так, микрофон. Это чисто с музыкой у нас все. А, нет. Так, мини-холодильник и неонка. Палатка Тюксена. Фига себе, рабочие столы нормальные еще есть. Так, ну чисто по логике, где-то ж техника должна быть у нас тут. Стимпанк. Диско, клуб, сад, терраса. Неонка тогда может быть в украшениях, чисто в теории, но это не точно. Ого! Аквариум, офигеть. Такое. Офигеть, это сколько всего. Все, круг прошли. А, настенное, наверное, вот тут настенное украшение, красненка сейчас, наверное, будет. Неоновая роза. Неоновые губы сейчас воткнем над кроватью. Сердечко. Что там еще? И коктейль. Есть. Так, а где холодильник? Ну, холодильник вряд ли украшение. Настенное украшение. Так, растение. Освещение. Бра.
подвесные светильники, зеркала. А, вот электроника. Как-то я пропустил до этого. По-моему, там нифига нет. Может, тут для вечеринки есть холодильник какой-то? Так, это по кругу. Блин, ну типа в электронике должно быть. Кажется, я все по кругу уже пролистал. Не то. Кровать. Ну, быть не может. Шкафчик. Нет. Хотя, кто знает, может, они холодильник шкафом считают. Столы, стулья, диваны, журнальные столики, кресла, ковры, шторы, шифонер, полка... Палас, фурнитура. Ну, типа, дорого-богато, походу. Причем фурнитура написана. Ну, тут как бы само собой то же самое, только другое. Футуристическое. Но... А, то есть фурнитура. Тут везде фурнитура. Ну, качалка нет. Стимпанк. Ну, как бы не факт даже, что здесь холодильник будет у нас. Хотя диско-клаб может. В теории могут воткнуть сюда холодильник. Если кола, он даже есть. Не-а, тут походу нет. Неоновая ракета. Может, в саду холодильник у нас? Может, на террасе холодильник есть? Соли. Ванна, душ, унитаз, раковина, шкафчики для ванной. Так, ну украшения, по-моему, мы все смотрели. Украшений холодильника не было у нас. Я не знаю, где холодильник взять. Так, мне говорят, курицу нарыть где-то. Игра в кости. В
Снова 3. Сейчас курица выиграет. Не, так, я побеждаю, хорошо. О, жирно. Слабее. Вот, по-моему, победа уже за мной. Все, замочил курицу. Так, номер 107. Вечеринка у него. Две штуки за курицу. Добавить мини-хал... Да где его, блин, взять? Настройки, модификации. Ну-ка, управление. ЛСКП, я даже не знаю, что это такое. Десятка обслуживания номеров, нифига себе. Кстати, я даже не смотрел стиль, у нас какой-то просили или нет. Так, ну погнали еще раз. Пол, стены, потолок. Удалить, планшет, уборка, мебель. Электроника. Открываем. В этот раз, наверное, на внешний вид барахла буду смотреть, а не на название. А то я до этого на название смотрел. Так, нифига нет. Вечеринка. Не офигеть, если он появится, и также будет называться холодильник. Так, по-моему, мы по кругу прошли. Но, как бы наклейка тут... Название говорит само за себя. Логично. Особое. Ну вот в особом типа может быть. Но тут тупо аудио-барахло всякое в основном. Блин, то есть тут было. А мне кажется, этот раздел полностью листал, но я, видимо, провтыкал. Фух. Спасибо, что приготовили для нас такой чудесный номер. Вечеринка прошла на ура. Теперь я точно знаю, где буду отмечать свадьбу поскорее бы. В магазине доступен новый инструмент. Это в навыках или... Откройте инструмент молот, нам писали, по-моему. Типа открыл, наверное. Что там еще было? Пылесос. Так, и что молот дает? А, всю стенку сразу. Неплохо. Так, тогда нам нужно еще купить пылесос. Пылесос, походу, быстрее немножко. Все, наконец-то. Ну что, народ, думаю, что на этом мы закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш, и всем пока-пока.